Смотри. Оба, видели? Камера успела запечатлеть. Сразу смотрите, смотрите. Она куда там убежать хочет? О, смотрите какая. Красотка. Я просто ползет, никого не слышу. И нормально. И хорошо. Ну, вот интересно, как они видят? А вон, папа, вернись. Давай, ползи, ползи. Помогаю. О, вторая пришла. Друзья, всем привет! 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 Решили сегодня поснимать видео по многочисленным просьбам про черепах. Видео любят такое смотреть, и решили наших зверушек, наших, как зовут их, я не знаю. Дедушка, привет! Лиса и Роза! Нет. Проходи, проходи. Привет. Как? Настя? Лиса, Роза хочу. Настя называет, видите, я даже не знаю. Настя называет Лиза, Лиза и Роза. Ну ладно, Настюшка, держи. Мы так даже в детстве называли. Держи, я сейчас, сейчас их выпустим маленько. Подышать. Побродить, погулять. Да, им надо. Добра на живот. Как бы, если, в принципе, говорят, на одну черепаху нужно 100 литров, у нас тут, в принципе, нормально. Аквариум литров 200, даже 250 примерно. Ну, где-то, нет, где-то 200. То воды где-то 150 у нас на литр. То есть на одну черепаху 100 литров. И на вторую 50. Это нормально. Вот. В принципе, они у нас вроде как бы не особо нуждаются в прогулке. Лучше, конечно, это делать все на даче, где солнышко, где травка съедобная для них, одуванчик или что. Они там могут гулять. Летом, может быть, как-нибудь и сделаем. Вывезем их на дачу. Так, вот так, наверное, сделаем. Иди, Настюшка, ближе сюда. Опа! Черепашечка. Смотрите, главное, знаете, какой прикол? Вот так вот, смотрите, вот отсюда, Настюшка, показывай. Смотрите, я вот так вот руку даю. Она мне, смотрите, опа, сама кладет, видите? Лапку мне дает, лапку дает. Ну ты моя красавица, моя маленькая. Давайте, у меня тут есть тряпочка. Ох, какая она большая. Одна, кстати, одна злюка такая. Одна черепашка, а вторая... Нормально. Добрая. Хорошая. Вот это добрая. Да, давайте я вот так вот. Это у меня, скажем так, ихняя тряпочка. Маленько промокнем ее. Черепашечка. Лиза, привет, Таша. Фу, Роза. Роза. О, пусть Малеха побегает. Бегай. Пойдем. Малеха. О, вот это вишка. О! Сразу куда-то хочет от меня убегать. За лапку вот так вот уже, видите, она уже все вырывается. Та прямо хорошая, это смотрите, что делает, смотрите, не дается. Куда-то пытается уплыть. Видите? Куда? Она не страшно, она еще укусит. Она уже рот начала открывать. Может, она на себя еще даже в зеркало бросается. Представляете? Все, а точно. В зеркало. Ну-ка, пойдемте посмотрим. Смотрите. Оба, видели? Она поняла, что это сейчас она. Ну, я думаю, увидели. Да. Да? Увидели, камера успела запечатлеть. Сразу смотрите, смотрите. Она куда там убежать хочет? О, беги, Наша. Беги. Наташка. Красавчики. Ну все, давайте, ребятки, гуляйте, играйте. Смотрите, говорят, черепахи не бегают. Смотрите, к дедушке побежала сразу. Стой. Да? К тебе гость. Я у тебя включу тут? Можно? Ничего, ничего. О! Настя, не давай только заползать куда-нибудь. Маленько ее разворачивай. Ну что, застала? Оп-оп-оп-оп-оп. Она вздохнула. Привет. Черепашка. По имени Наташка. Морская черепашка по имени Наташка такая. Вот, я представляю, из Китая такая открытая. Держи.
Ай-яй-яй-яй-яй, ты чё? Царапается? А я сразу начала рубить. Да ты как думал? Соня. Ну лапы такие. Это даже погладить можно, смотри. Да, я знаю. Да? Это у нас добрая, можно погладить ли? Это Лиза. Она не кусается особо. Ну, она вообще не кусается. Держится, смотри. Хорошая черепашка. Она, главное, не пугается. Ну, это хорошая. Ощущение, она, что она привыкла. К она стала так сильно линять. У нее спансер, я посмотрел, кстати. Это вроде как бы, ну, нормально. У нее спансеря прямо такими чешуями слазит. Вот такими вот этими штуками. Вот сейчас как-то перестала. Ей все любопытно там. А где Димка вторая? Вон там. Да куда? Нет, прячется. Я не могу. Прячется? А я? За дверь. Я не могу ее достать, она царапается. Динозавры маленькие. Ага. Прям вот вылитые. Так с череп, с как ее? Привет. Забыла. Я Ольга. Давай, пошли гулять. Почему-то та любит прятаться. Это и это и фиолетово, она везде гуляет. Настя тоже у нас черепашка, да? И Дима. Да. Черепашка. Все, поползла под кровать. Куда, 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 куда? Стой! Стой! Во, да, 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 туда, туда. Привет. А раньше вот так вот, представляете, они какие у нас были маленькие. Я вот так вот, руку вот так вот клал, знаете как положить-то, вот так вот. Они перебраться не могли. Они не могли перебраться. Вот так получается. А сейчас смотрите. Динозавр. И фиолетово вообще. Просто фиолетово. Наползет дальше, счастливая. Вы погулять пустили. Когда кормили? К тебе вопрос. Дедушка. Я работаю, дедушка кормит чаще. Он кормил ее. Их. Вчера. Позавчера. Иди сюда, ты меня не слышишь, я понимаю, но иди сюда. О, смотрите, какая. Красотка. Я просто ползет, никого не слышу. Не, нормально. Не, хорошо. Ну вот интересно, как они ведут? А где у нас вторая-то? Ну-ка, пойдем-ка посмотрим. Она где-то сбежала, пошли. Потому что она очень... Привет! Она тут, да, у дедушки тусуется. Вон она тут. Но это-то вредная. Та лазит, ее гладишь, все, ту. А это. Ты легко погладил. Стремно к ней подходить этот. Прячется. Такое ощущение, что она еще меня задает. Это укусить может? Очень. На любую фигню этот примет за что-то. О, прыгает. Тирекс! Она хочет прыгнуть. Ну что? Атакует. Ничего себе. Вроде как не жалко, вроде не жалко. Атакует. Вроде легенда, вроде не легенда. Пойдем. Ничего, выбрасываться будет. Тоже линяют вон. Панцириш. Ошметки. Я почитал, они растут и у них вот такое это отпадывает. Это как бы естественный процесс, причем очень... Часто спасибо. Они линяют вот такими вот, как сказать, все, кожурками панциря отпадывают, чешуйками. Там туда куда-то. Где она? Не слышит, жалко. Сюда, давай. Мартелла, иди сюда. Да-да-да-да-да, молодец. Поймай, бегать любишь, бегать умеешь. Давай. А мы раньше на этой кровати их маленьких гоняли, они вот ты такие куда? Были. Ты. Пойдем ее туда, в коридор. Сейчас. Не бойся, бери ее. Только крепко держи. Уронить ни в коем случае нельзя. Если уронить, то все? Может, панцирь может треснуть, это тогда беда будет. Очень.
Черепахи без панциря, вообще не черепахи. Маленькие динозавры, да? Да? А где маленькие динозавры? Это большой динозавр. А вон! Папа, вернись! Давай, ползи, ползи! Помогаю! О, вторая пришла! Она ее не любит, я ее не люблю, по крайней мере. Ага, два раза подтолк. Ты чего боишься? Сейчас тебя вот так вот голову поднимет. Смотрите, пошла, да? Гордо, гордая. Она скажет, что вот это гордо, а вот это нет. Это у нас обе девочки, и как-то, вот не знаю, Настя их называет, а я вот что-то, как-то они, без имени я ничего никого не называл, почему-то не вот знаю. Да, Роза, а это Лиза, вредная. Это как Барбоскин. Да, поэтому и назвала так. Да? О, та-то уже вон куда далеко ушла, а? Блин, я боюсь брать. Мне так поцарапают, что какие-то. Охотники. Иногда охота им погулять, конечно. Конечно. Это их главное дело, да? Иногда охота погулять. А еще прокусит вот эту. Замёрз, что это там есть? Иди сюда. Иди сюда. Обратно пошла. Иди к Насте в комнату, давай. Вон. На гитаре поиграй. Иди сюда. Давай, переползай руку, давай. Это вот, ты справишься, давай. А, тихонько, тихонько, Дима. Не это. Она сейчас застрянет. А-а-а! Она застряла. Буквально. Все, вылезла. Помогли спасатели. Пойдем к Насте. Пойдем к Насте. В комнату пошли. Не испачкай мне ковер, пожалуйста. Иди к Насте. У Наськи тут вон какой ковер с травкой. О, гитара там. Песни попеть можно. Свобода. Я свободен. А в чем мы ее сюда запустили? А потом как мы из кровати будем доставать? А? Да она вылезет. Откуда? Вот откуда. Из-под кровати? Она вылезет сама. Да, конечно. Почему она такая глупенькая, что там останется жить? Не, нафиг. Ты черепаш, а представляешь, если ее посадить в зеркальную комнату? Понимаешь? Если ее посадить полностью в зеркальную комнату. Да, тебе нравится вот этот, вот эти обои? Да. Нравится? А я сейчас вот песенку спою ей. Давай. Перед вами с вами главный артист, спой. Да, черепашки. Черепахи, кстати, плохо слышат. У них, да? Пленка на ушах. То есть они вообще ничего не слышат? Да. Как надо? Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Мне, походу, настолько не нравится. Все разбежать пытается. Да. Папа, а чего у него туда, как бы вот так? Как? Это вот шея. Так вот, шея вот так вот вниз, как бы, я как надувать вот так вот. Я не знаю, смотри, она ко мне ползет сюда. Бедная мышь. Опа! Папа, долго большой. Давай. Привет. Гуляет, гуляка. Гуляка. На импровизированной травке. Вообще. Кухонь. Такая кожа, да, как это? Динозавр. Я ухо ее потрогал, оно пипец мягкое. Тихонько с этими. Да. Сушками у нее. Потому что у них тонкая пленка. Давай, проходи, проходи. Они вот красноухие, это у них пленка красная. А я! Царапнула? Царапнула меня, больно.
Ничего страшного, ей прощайте. Простите меня. Да. О. Ну что, нагулялись, не? Черепахи. О, вторая сидит, прячется от всех. Под столом, вон. Под стулом. И под столом. Мне нет. Да? Все равно так нет. Ты хочешь к нам? Держи, Настюшка. Давайте я их. У многих, конечно, они по квартире прям гуляют, ходят. Как бы у нас не так, я их все равно стараюсь больше. У нас морские, там больше. Сухопутные. Нет, тоже такие. А, это тоже сухопутные? Нет. У людей гуляют вот такие же черепахи прямо по квартире, даже без аквариума живут. А-а-а. Смотрите. Смотрите. Опа. Пыри. Да, мам. Класс. Угу. А где вторая? А где вторая? Держи. Пошли искать. Вон она где. Вон она где. Прячется. Ух. Она сейчас уцаплет меня. Мне так страшно. Она так этот. Привет. Прячется? Очень. Она прям. Смотри, вот отсюда снимай. Я улезла. Все. Ну вот, маленько. Маленько они у нас погуляли. Маленько погуляли. Размяли свои лапки. Мы будем стараться хотя бы зимой. Летом-то на улицу можно носить. А зимой хотя бы раз в неделю их выпускать гулять. Чтобы они у нас... А то, как бы, хотя они особо не нуждаются, говорят, в этом во всем. Но все равно, я думаю, им это надо. Им это надо подразмяться. А мы, я думаю, на этом будем заканчивать, да? Да. С ребятами говорим всем пока. Пока. До новых видео. Подписывайтесь на наш канал. До встречи снова с черепахами. Снова, да. С новыми видео про черепах. Да. Всем пока, друзья. Пока-пока.